Аркаша, доброе утро. Утро добрым не бывает. Аркаш, поговорить надо. Спешу на работу. Давай я тебя подвезу. Спасибо, на автобусе я. Слушай, ну кончай же наглеть, а? Это серьезно. Ты перешел все границы. Ну, мы же столько лет вместе нормально работали, Аркаша. Я теперь расширяю горизонты профессии. Я уже в другой лиге, пойми. Ты что, тупой? Ты что, ты не понимаешь, что ты не только мне дорогу перешел? А ты пожалуйся на меня, напиши заявление. Что вы там в ваших сумках носите? Учебники. Извините. Осторожнее, давай. Извините. Слушай, я ведь и по-другому могу. Если бы мог, сам бы все уже сделал. Цепляешься за меня, как брошенная баба. Заткни! Эй, отцы, держите себя в руках-то, а! Да держите приятеля-то своего! Кажется, он умер. Да ерунда, ему просто плохо. Да она врач. Студентка. Ой, остановите автобус. Человеку плохо. Сказала ему, что она подумает. Но все-таки ради бросил ради нее семью, двоих детей. Да, он настоящий герой. Но она его не любит. Это не наше с тобой дело, да? Знаешь, от природы женщина ищет того, кто обеспечивает лучший шанс для выживания ее потомства. Одни инстинкты, никакой любви. Если ты еще раз. Здравствуйте. Здрасте. Знаешь, я никогда не забуду, как она один раз тебя назвала. Обаятельный, интеллектуальный, легко ранимый. Типа того. Она сказала, что ты моральный мазохист, который прячет свои страхи перед нормальными людьми за маской полуидиота. Обиделся? Нет. Вот представь, в одну фразу она столько метафор напихала. На это способна только очень влюбленная женщина. Да пошел ты. Второй отдел уже неделю ищет женщину, которая выбросила в мусорный контейнер собственного ребенка. У ребенка редкое генетическое заболевание, максимум 3 года жизни. Скорее всего, молодая дура какая-нибудь залетела и побоялась родителям признаваться. Ну, или пожилой любовник, у которого уже есть куча детей. Он ей пригрозил, что бросит, если она не избавится от ребенка. Вот к чему приводит связь с навязчивыми старперами. Я все слышала. И даже поняла намек. А у нас новое дело. Аркадий Игумнов, 52 года, умер в автобусе. Свидетели сообщают, что смерть произошла во время драки. Раны, значит, на теле убитого нет. Предварительная причина смерти – анафилактический шок. Ну, аллергия. Нужно ждать заключения экспертов, они выявят аллерген. Люда, мужик дожил до 50 лет. Должен же знать, от чего у него аллергия. Ну, что ему можно жрать, чего нельзя. Да, человек, который дрался с Игумновым, доставлен к нам. Яковенко Александр, куратор детских домов Восточного округа. Неплохой райончик выбрал для жилья наш убитый. Слушайте, а что если куратор пытался убедить его пожертвовать свою дорогую квартиру в пользу детского дома, да перестарался? Вы сообщили жене погибшей? Да, по телефону. Она дома сейчас. Значит, ведь надо допросить Яковенко. А я, наверное, поеду к жене покойного. Я тебя подвезу.
Дам пролить. Дурацких вопросов не задавать. Мне ночью приснился сон. Здрасте. Это не вопрос. Это я делюсь сокровенным. Мы с тобой поехали отдыхать на Северный полюс. И что мы там делали? Купались, загорали? Нет. Мы с тобой забыли в аэропорту вещи. И остался только один спальный мешок. Один на двоих. Ясно. Голчанский тебе все рассказал. Ты хоть немного-то его любишь? Голчанский меня уже донимал по этому поводу. Поэтому? Я понял. Это просто твой вклад в глобальное потепление отношений. Только не надо давить на меня. Может быть, я хочу вызвать у тебя угрызение совести? Бесполезно. Что? Выходит, я сам с собой разговариваю? Идиотский пример заразителен. Полуидиотский. Выучил наконец-то. И что мы делали на Северном полюсе? Купались, загорали. Теперь тебе ясно, почему я оттуда сбежала? Откуда? Из твоих снов. А. Я даже не понимаю, что произошло. Мне кажется, я понимаю. А у нас есть свидетели, которые показали, что вы бежали по улице за Игумновым. Он заскочил в автобус, вы за ним напали на него. И через несколько секунд Игумнов был мертв. Да как я мог его убить? А восточными единоборствами владеете? Даже так? Я могу вызвать адвоката? Ну зачем адвоката? Не надо. Допустим, вы не убивали Игумнова. Ну, конфликт у вас был? Адвоката. Скажите, когда увидели своего мужа последний раз? Сегодня. Утром. Аркадий каждый день уходит на работу в одно и то же время. Где на работу? Аркаша работает в службе опеки и усыновления. Он помогает людям, усыновляет сиру. А чем вы его кормили с утра? Он не любит завтракать. Он выпивает чашечку кофе и все. Зато хорошо обедает. Я вот ему готовила курицу, но она подгорела. Аркаша купил недавно аэрогриль, а я все никак не могу научиться пользоваться им. Он принял какие-нибудь лекарства? Что вы, Аркадий не любит лекарства, он их просто ненавидит. Странное несоответствие для человека, который любит детей, много ненавидит. Лекарства, завтраки. А у Аркаши аллергия на пенициллин, поэтому в больницах всегда проблема с этим. Кто мог об этом знать? Надо было скрывать. Куда дальше? В службу опеки. Для обычного инспектора этот аллергик жил слишком хорошо. А вдруг это просто пара удачных ставок, как в покере? Если он такой же, как ты, вопрос о мотиве убийства даже не встает. А если наследство? Ну, крайне бабулечка в Австралии. Знаешь, многие создают подпольный бизнес на незаконном усыновлении. Извини. Алло, что? Нет, пиццу не заказывал. Такое, за которое можно убить? Да, за которое можно убить. В крови повышенное содержание пенициллина. Если у него была аллергия, то это могло стать причиной смерти. Угу. Антибиотиков наглотался или сыра с плесенью поел? Нет, желудок пустой, только кофе. Значит, не ел он сыра.
что делать? Можешь сказать: «Алло, говорит Анна». Я шучу. Не надо ничего говорить. Если понадобится, сделаем обратный вызов. Угу. Голосовое сообщение. Угу. Аркадий Алексеевич, куда вы пропали? У вас назначена встреча с клиентами в 13:00 в офисе. Если будете опаздывать, перезвоните им сами. У меня же нет их телефона. Угу. 19:09. Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире 24 часа отборной музыки и все для вашего хорошего настроения. Следи за дорогой. Боишься, что я разобью твою машину? Ничего. Выйдешь за меня замуж, долги аннулируются автоматически. Господин Перницкий, я за нее. Да что ты? Так, пошли СМС, скажи, что я задержусь, ну, на 5 минут максимум. Сама проинструктируй их на месте. Что сказал Витя? Есть решение, будем действовать по чуйке. Иногда нужно доверять интуиции. Как говорится, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Хотя я предпочитаю все-таки грудь. Мы давно хотели младенца. Мы много чего для этого сделали. Очень много. Обращались в разные департаменты, пробовали разные... Алло. Нет, пиццу мы не заказывали. Мы пробовали разные позы. Какие мы только позы не пробовали. Боже, какая ты красивая. Простите, он когда стесняется, всегда нервничает. Или наоборот. Я вас понимаю. Аркадий Алексеевич сказал, что немного задерживается. Поэтому я веду вас в круг дела. Наших знаком, ну, неважно. Сказали, что имеет смысл обратиться к нему, поскольку официальное усыновление – это ужасная волокита. Так оно и есть. На пути к усыновлению масса всяких преград. В основном они бюрократического толка. Клиенты, для которых время дороже денег. Мы идем им навстречу. Значит ли это, что вот мы приехали, оформили все необходимые документы, а на следующий день забрали ребенка? Нет, это не совсем так. Аркадий Алексеевич говорил вам про прямое усыновление? Это в общих чертах. У вас появляются все права, все преимущества биологических родителей. И если вы сами никому ничего не расскажете, то о том, что это не ваши дети, никто никогда не узнает. Слушаю вас. Здрасте. У меня встреча с Игумновым назначена на час дня. На час? Да. А вы кто? Нет, я не заказывал пиццу. Гист, глист, что ли? Ой, да ладно, слушай, не думай об этом. Самое главное – это то лекарство, которое ему вкололи. Основная составляющая – пенициллин. Угу. Смотри. Не нервируй их. А что ты мне показываешь? Я ничего не вижу. На это и было рассчитано. Можешь увеличить? Легко. След от укола. В кармане. Мы предполагаем, что смерть Аркадия Алексеевича – это не несчастный случай, а убийство. Ну вот, да. А вы говорили о прелестях прямого усыновления. Это Аркадий Алексеевич так придумал. При рождении ребенка врач выдает справку, что его родила другая женщина. Она получает свидетельство о рождении. А настоящие матери говорят, что ребенок умер? Нет, что. Они сами их отдавали. За деньги. Что вы хотите узнать? Можно начать так. Мы давно мечтали о своем ребенке. Да, мечтали. Мы посещали разные клиники и консультировались с различными специалистами. Принимали разные позы. Что вы сказали? Скажите, пожалуйста, а почему вы не захотели усыновить ребенка обычным способом? По разным причинам. Процесс усыновления существует не только для того, чтобы родителей проверить, да, на серьезность их намерений, но и для того, чтобы у родителей было право выбора. А мы не хотели, чтобы у нас был выбор. Потому что у нормальных родителей выбора нет. У них просто рождается ребенок, и они принимают его таким, какой он есть. Мы должны были присутствовать при рождении этого ребенка. Мы должны были первые взять типа его. Ну, типа настоящие родители. Понятно.
Не похоже, что у кого-то из этой компании был мотив убить игумного. Помощница лишается работы Петрова, приемного ребенка. Мы бы это и так узнали без твоего дурацкого лицедейства. Творческий подход держит мозг в тонусе. Ты тоже вон важный опыт приобрела. Важный опыт? Бесценный. Ну, с усыновлением. С учетом возраста твоего престарелого мужа, вряд ли он способен к репродукции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а с другой стороны, если в первом акте вместо ружья на стене вы увидели пощечину, значит, в третьем вас ждет порно. Готовься, он идет. Угу. Че это такое острое в карманах там носите? Работает. Вот. Что работает? Я стал жертвой какого-то безнравственного опыта. И стали жертвой следственного эксперимента. Просто очень многие в автобусе как раз слышали похожую фразу, что вы там в карманах носите, что... В сумках. Некоторые думают, что это сказал Игумнов, некоторые сомневаются. А ну-ка, жестокая девочка, дай мне. А что здесь? О, там очень опасный яд. Ну, не волнуйтесь, у нас есть противоядие. Возможно, Игумнов уводил от детских домов именно тех усыновителей, которых Яковенко вместе с другими директорами мог, так сказать, развести на деньги. Но это только при условии, что если сам Яковенко и директора нечисты на руку, что тоже нужно доказать. Сначала мы должны найти убийцу Игумнова, а потом посмотреть, связан ли этот убийца с Яковенко или, опять же, с другими директорами. Отличный план. Вот и занимайся убийством Игумнова. О поиске возможных нарушений в детдомах при усыновлении я оставлю на рассмотрение руководства. До тех пор, пока ты не найдешь доказательства, что смерть Игумнова связана с усыновлением сирот. Ясно? Разрешите идти? Иди. Да. И что это за сцена была? Вы видели? Нет. Но мне уже 6 человек об этом рассказало. Так что там было? Профилактика. Вот наша звезда. Ага. Как доказал наш следственный эксперимент, человек в момент укола совершает непроизвольные телодвижения. Да, издает громкие звуки. Стой, останови-ка. Ага. Укол был сделан в левую ногу снизу. Следовательно, до него могли дотянуться только вот эти двое ребят. Барышня на сиденье. Вот. И вот, да, на ступеньках. То есть, получается, 4-6 человек. Пока вы тут трепещете, я по базе паспортных столов уже двоих нашла. И третьего вот. О как. Алло? Да. Да, я все поняла. Хорошо. Звонила Анна Николаевна. Она нашла врача-гинеколога, с которым встречался Игумнов вчера вечером. Диктуй адрес, я еду. Нет, ты знаешь, она сказала, что сама справится, лучше нам помоги, нужно встретиться вот с этими людьми. Нельзя их на завтра-то вызвать. Я еду вот к этим двоим. Поедешь со мной? Конечно. Угу. А чем вас вот эта башня не устроила? А она живет совершенно в другой стороне. Но ее все равно нужно допросить. Займешься? Тем более, тебе лучше сейчас здесь не появляться. Это неинтересно. Как может быть неинтересна женщина, которая подозревается в убийстве? Хотя да. Разрешите? Слушайте, я вас третий час жду. Неужели? Неужели? Я ведро поставляю, там льется все сильнее и сильнее. Если я залью соседей... Вы не сантехник? А что, похож? Нет, я из прокуратуры. Господи. Холодная? Холодная. Ключ. Ага.
Все. Спасибо. Пожалуйста. Я из прокуратуры. Итак, первый пассажир автобуса уверяет, что с Угумновым не знаком. Похоже, это правда. А вот Казанцева стоит проверить. Не верю я, не обратил внимания. Ты амбре от этого Казанцева почувствовал? Мы, конечно, проверим, но я думаю, что вполне может не помнить. Кузьмина Алена Федоровна. Вот еще. Здравствуйте. Ей не до убийств, я навела справки. Почему? У нее трое детей. Я не стала говорить Фрейду, а то он не поехал бы, а ему надо развеяться. Фрейду надо развеяться? А ты ничего не знаешь? О чем? Ратник сделал Анне предложение, она его примет. Она это знает, и Фрейд это знает, но оба делают вид, что ничего не произошло. Зачем? Не знаю. Видимо, такая форма прощания. А как у тебя с этим? Как его? Стив. Стив. Стёп. Стёпа. Степан. Степан. Как у тебя с ним? Ты говорил, что вы расстались надолго. Навсегда. Навсегда. Прости, извини. А ты не парься. Я не парюсь. Как ты расстаешься, никогда не знаешь, навсегда или нет. Может быть, придет, скажет те слова, которых ты от него не ждешь. Или наоборот, ты чего только и ждал. Ну, а как ты у нас расстаешься с женщинами? Я перестаю звонить. А потом узнаю, что через неделю они встречаются с другими. Буду знать. На случай, если однажды мне вдруг... Что? Да. Хорошо, я поняла. Что? Звонил Фрейд. Сказал, что попал под тропический ливень. Ему нужна теплая одежда. Ты ему не тот адрес дала? Исключено. Ну, видимо, в Москве в связи с глобальным потеплением началась зона субтропиков. Вполне возможно. Поехали. Нет, лицо незнакомое. Я не обратила внимания. Он как-то вскрикнул, стал падать. А что вы делали в центре в такой ранний час? Это же далеко от вас. Там парикмахерская есть. Хорошо стригут. И дешево. А проезд у меня бесплатный. Алло. Нет, я не заказывала пиццу. Вы не заказывали пиццу? Я? Нет. А это мой старший из школы вернулся. А что, есть еще и младший? Младшая и средний. Они сейчас в яслях. Кстати, скоро забирать. Здравствуй, мальчик. Папа никогда не сидел нога на ногу. Ну, я же не твой папа. Это папин свитер и папина чашка. Так, все, Васенька, давай. Иди мой ручки, раздевайся, я позову. Какой дружелюбный мальчик. У вас, наверное, строгий папа. Мне надо бы к вам прийти, когда он будет дома. Мужа нет, он умер. Погиб полгода назад. Гумнов попросил меня среди всех женщин, решивших сделать аборт, выбрать тех, кто, ну, кого можно уговорить отказаться от аборта. То есть уговорить родить ребенка? Который им не нужен. Мы знаем, что после родов вы записывали матерью совсем другую женщину. И знаем, что настоящим матерям вы платили за отказ от ребенка. Вы должны были удалить из медицинской карточки настоящей мамы все сведения, касающиеся беременности. Я ни разу этого не делал. И Гумнов ко мне обратился в первый раз. Я так понимаю, этот Гумнов неплохо все придумал. Еще романтики подбавил. Разрешил фальшивым родителям присутствовать при родах. Только зря он их знакомил. Мать однажды может передумать и захотеть вернуть ребенка. Но если она передумает и захочет вернуть ребенка, она автоматически попадает со всей этой бандой под статью торговли людьми. Так что она не передумает. Скорее сойдет с ума от горя. Спасибо. Муж был бизнесмен.
Раскрутил крупное дело, набрал кредитов, завели троих детей. Это была уже явная игра не по банкроту. А потом муж умер. Да. И даже при самом лояльном отношении к ней кредиторов долги пришлось возвращать. Она осталась без денег, без имущества, с тремя детьми на руках, в отчаянии. Ну, я же говорила, что ей не до убийств. А вдруг ее наняли? Подожди, что за бездушный человек может нанять безработную мать троих детей, да еще недавно потерявшую мужа? Я бы нанял. Вы недооцениваете женщин. Да. Пицца. Положите на стол. И ты развернула мне испортила дороги домой, чтобы вместе озвучить начальству эту версию? И чтобы разрешение дали на проверку детдомов и Яковенко? А вдруг Игумнов имеет какое-то отношение к смерти ее мужа? А жена за него отомстила? Не ее муж занимался бизнесом на Таймыре. Игумнов когда был последний раз на Таймыре? Последние 3 года его там не было. И вообще он там никогда не был. Ее счастливая жизнь обрушилась за мгновение. И если она, находясь в таком душевном состоянии, замышляет хладнокровное убийство, это надо иметь очень изуверский мотив. Мне фантазии не хватает. Подожди, я не понимаю, мы ее вычеркиваем из списка подозреваемых или нет? Да, вычеркиваем. Фред, это мой парадный костюм. Хорошо, я только возьму заключение экспертов. Угу. Это что такое? Пошел на повышение. Мне еще Олежка обещал удостоверение свое дать. Ты что, с ума сошел? Ты хоть раз в жизни можешь мне задать какой-нибудь другой вопрос? Хватит дурачиться. Ты что, его под выговор хочешь подвести? Не хотите, как хотите. Любительский, вступитесь, пожалуйста, без меня. Вот и фифа какая. Видишь как, даже результаты экспертизы не оставила. И потом я не понял, почему любительский? Схема Игумнова была практически идеальна. Бездетные родители получают ребенка, мать, которая хотела избавиться от ребенка, избавляется от него и получает деньги, и все довольны. Зачем им убивать Игумнова? То есть вы полагаете, что Яковенко, находясь в должности куратора детских домов, занимается незаконным усыновлением детей? Или берет взятки. И это может быть мотивом. У вас нет никаких доказательств. Тогда кого мы ищем? Вот что. Изучите еще раз записи из автобуса. Найдите всех, кто был рядом с убитым. Опросите их. И если обнаружится связь Яковенко и его компании, то я, может быть, приму вашу версию и пойду с ней наверх. Надеетесь, что этого не произойдет? Уверен. Да, я вас слушаю. Мы собрали всех наших пассажиров. Прошу прощения. Тем самым расширили список подозреваемых. Сколько человек расширено в списке? 23. Вам помощники нужны или сами справитесь? Ну, если нет срочности в этом вопросе, то и помощники нам не нужны. А, точно 23. А что, если нам вернуться к окружению Игумнова? Я не про Яковенко, я про клиентов Игумнова. Ну, клиенты Игумнова не расскажут правды даже под пытками. Они больше всех заинтересованы в сохранении тайны. Да, действительно, гениальная схема. В ней все счастливы. Я, конечно, извиняюсь, но считаю, что абсолютно счастливых людей не бывает. Да, но все счастливы, пока все хорошо. А вот эта вот беременность, роды, мне кажется, вообще-то очень сложный процесс. Да, и не могло же все проходить гладко. Наверняка были те, которые остались чем-то недовольны. Вот их надо искать. Спасибо. Ну, вот здесь все документы. И ваших VIP-клиентов тоже? Насколько я знаю, таких документов не существует. Во всяком случае, Аркадий Алексеевич здесь их не хранил. Ну, нас интересуют те люди, у которых были проблемы. Это послеродовые травмы, недиагностированные болезни и преждевременные роды. Ну, такое бывало. А вы разве не разговаривали с той парой, которые вслед за вами пришли? Ну, у них же ничего не получилось из-за смерти Губного. Это не из-за этого.
У них это вторая попытка. Первый ребенок им не подошел. Как это не подошел? Ну, в такие детали Аркадий Алексеевич меня не посвящал. Спасибо за информацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Далеко собираетесь? Домой. Этот дом мы снимали. Угу. Хотели родить здесь ребенка и увезти его туда, где мы живем. Почему ничего не рассказали про первого ребенка? Ребенок прожил у нас всего несколько дней. Мы даже не успели дать ему никакого имени. А потом приехал Игумнов с результатами медицинского обследования. А там такое, что... Вы отказались от ребенка только потому, что он был болен? Помню длинную тираду о настоящих родителях, которым не из чего выбирать. А вы понимаете, что мы бы к нему привыкли, а через год, максимум полтора, ребенок бы умер. Что бы тогда с нами было? Да. А что теперь с этим ребенком? Мы отдали его. Когда родился ребенок? 2 недели назад. Мы все еще не отошли от того, что случилось. Рожали здесь? Да, в этой спальне. Мы вызвали акушерку, она нам помогала. А постельное белье случайно не сохранилось? Как часто у вас вывозят мусор? Ну, вы знаете, вообще раз в неделю. Хотя у нас такие коммунальщики, что... Будем надеяться, что они окажутся разгильдяями. Да, они оказались разгильдяи. Ищите синий пакет. Угу. Он явно там. А мы пока, наверное, вернемся в дом и оформим подписку о невыезде. Что значит «пока»? Пока ты будешь искать пакеты. Я? Да, ты. Скажите мне, пожалуйста, а кто же та самая женщина, которая родила ребенка? Я знаю только то, что ее зовут Алена. И что у нее 3 детей, и все 3 здоровы. Давай. Ну и где теперь этот ребенок, который не устроил Петровых? Неизвестно. Но по всем срокам именно это и есть тот самый ребенок, который выбросили на свалку. По крайней мере, белье с образцами его ДНК я отправила криминалистам, пускай они разбираются. Хорошо. Иди. Кабинет 17, прямо и налево. Вещи сдайте в гардероб. Спасибо. Алена Кузьмина, 3-я улица, Строитель, дом 7. Это вы, Алена? А что, не похоже? Да нет, не очень. Тестостерон пережрала. Нужна консультация. Срочно. Молодой человек, мне не до шуток. Что вы хотите? Хорошо, давайте по-другому. Я сейчас отсчитаю от 10 до 1 и стану Аленой Кузьминой. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Карта. Благодарю вас. Что, кран больше не течет? Пока держит, спасибо. Вы простите, мы спешим. Вот Ванечка заболел. Попросили если и забрать. Пошли. Дайте я помогу. Да не надо, я сама, я привыкла. Пошли. Почему вы мне сказали, что сделали аборт? Потому что это не ваше дело.
У меня погиб муж, я осталась одна. Я смотрел вашу карту. Вы сделали аборт за месяц до его гибели. Там ошибка. Ну, может быть. Ой, смотри, у нас авария. Ну-ка. Давай, потруби, как маленький слон. Эть. Все. Извините. Вася, пошли. Да. Пришли криминалистов. Прачечная не справится? Ну, если там делают сравнительный анализ ДНК. С каким образцом сравнивать? Дело о ребенке, найденном на свалке, передают нам. А мы тут при чем? Образец ДНК из дома Петровых совпало с ДНК этого ребенка. Работаем. Работаем. Ребенка, которого вы отдали Гумнову, нашли мертвым на свалке. Ну, я же вам уже говорил. Игумнов забрал его у нас, и больше мы его не видели. Игумнова убили. И он не может подтвердить ваши слова. Я понимаю, куда вы ведете. Но мы не убивали этого ребенка. Игумнов мог отказаться забирать этого ребенка. И тогда они сами от него избавились. А зачем они приезжали в офис к Игумнову? Вот. Игумнов мог узнать, что ребенок исчез, и начал их шантажировать. И они его убили за это? Неплохой мотив для двойного убийства. Игумнов забрал у нас ребенка. Сказал, что подберет нам другого. Поэтому мы и приехали тогда к нему. Хотите меня убедить, что Игумнов отдал ребенка матери? Так сначала мы тоже так думали. А потом она приехала к нам, спросила, где ее ребенок. А мы сказали, что Игумнов должен был передать его ей. Он не передал? Но, казалось, нет. Да. Понимаешь, зачем позвал? Появились совпадения. 50%. Примерно. В твой платок сморкался ближайший родственник выброшенного ребенка. Сестра. Сестра. Кто их мать? Эта женщина, возможно, убила своего ребенка. Ее надо задержать. А еще она находилась рядом в автобусе с Игумновым. То есть ты хочешь сказать, что Игумнова убила многодетная мать? Да, есть такой вариант. В архиве нашла информацию по Кузьминой. До рождения сына она 2 года работала в ветеринарной клинике. Опа, получается, и шприцем умеет пользоваться, и знаете, какие лекарства взять, и убивать для нее не в новинку. Ну-ка. Да, а я тебя к ней развеяться отправила. Как воду глядела. Ладно, как хотите. Сколько с ней сидела? Почти час. Я бы тоже молчала, если бы меня подозревали в двойном убийстве. Когда Кузьмина пришла к Петровым, она еще не знала о смерти ребенка. А вдруг она узнала из новостей, что выброшенного ребенка нашли. И решила быстренько состряпать себя о любви и поставила Петрова. Ну да. А потом увлеклась и поехала убивать Игумнова. Инстинкт материнский – это не только слепая любовь, но это еще и инстинкт самосохранения. Она не пошла бы на такую глупость. Согласна. Но она его убила. А где фото выброшенного ребенка? Сейчас принесу. Тебе
Тебе все распечатать? Ага. Наконец-то. Сейчас выведу на принтер. Прошу. Кое-что из этой истории я все-таки полезно извлек. Не стоит зачинать детей, если они могут родиться больными из-за преклонного возраста родителей. Твоя попытка подставить вторую щеку меня не впечатлила. Для справки, здоровье детей не зависит от возраста отца. Вам же нашли ребенка вот в этой коробке. Думали, что там какая-то орттехника, а оказалось вот... Сейчас, секундочку. Здравствуйте, проходите. Что? Вы разобрались с аэрогрилем? А, нет, я его совсем не включаю. У него в коробке должна быть инструкция. Вы же не выкинули коробку? А, мы не храним коробки. Мы их сразу выбрасываем. Чего же вы? И вот это выбросили? Да, это наша коробка. Я помню. Модель была отмечена красным маркером. А откуда у вас фотографии нашей коробки? Игумнов не отдал Алене ребенка. Испугался, что поднимется шум, и вся его афера вылезет наружу. Ага, и убил его. Представляю, каково было Алене, когда она увидела малыша. Это вряд ли. Мужчины вообще себе плохо представляют материнский инстинкт. Ну, тогда я попробую. Если бы Алена не убила Игумнова, она убила бы себя. Откуда знаешь? Поднапряг фантазию и представил себе материнство, а отцовство. Видимо, пришли. Да. Угу. Я здесь живу. Спасибо, что проводил. Пожалуйста. Спокойной ночи. Ты Кузьмину в камере оставил? Она под домашним арестом. Как-никак трое детей. Хотя убийство негодяя тоже убийство. Она хороший человек. Я не спорю. Будем просить условный срок. Но тут как суд решит. Все-таки убийство. Я вот женщин никогда бы, ни за что бы не судил вообще. Все, что они вытворяют, это они делают из-за нас. Нас надо наказывать. Тогда оставь Анну. Если ты считаешь, что это наказание, пусть так и будет. Согласен. Прямо вот сейчас я ей и позвоню. Пусть знает, что не такой я бесчувственный человек. Дай мне телефон. Позвонишь, но не сейчас. Сегодня она приняла... Кого приняла? Предложение от Ратника. Он снял для них квартиру. А. Совет да любовь. А ты? О том, что мои желания исполнились. Хочу исполнить твои. Искоренить всех преступников? О какой свадьбе ты мечтала, когда тебе было 15? А теперь переукрась свои желания в 1000 раз. Любое твое желание. Даже если после этого придется жить в шалаше. Ну а зачем столько жертв? Просто люблю.
Тысячу лет не виделись. Скучал? Я поняла. Ты наконец-то решился. Ты наконец-то решился, подкатил к Ане, а она тебя послала. Неужели я такой примитивный? Она выходит замуж? Твоя и без того не слишком населенная жизнь стала меньше на одного человека. А ты как старый больной колокол, ты звонишь только о себе. Чё, так заметно? Ой, просто оглушает. Кислятина. Поехали куда-нибудь. Я знаю хороший ночной ресторан. Хозяин готовит любое блюдо на заказ. Хочешь, закажем домой по телефону. Ты знаешь, когда я ночую не дома, чувствую себя как-то не так. Я поеду с тобой. Нет. Ты вернешься? Конечно. Считается, что во время поцелуев проходит зубная боль. У нас с тобой обязательно должно было что-то пройти. Ика, прошло? Сам не знаю. Привет, это я. Я одна. Я не знала, что есть вещи, на которые я не могу закрыть глаза. Хотя поняла это только тогда, когда закрыла. Перезвонишь? Ты же ее любишь. Да. Кажется, пришло время менять работу.